Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаранодаям Гопиджано Самайуктам Бриндаванам Манохар Ванчакалпатарувачакипасиндвивача Патитананг Павунибхо Вишнавибхьо Намо Намаха Муканкароти Вачаланг Пангунланг Хетгирам Яткипатамаханг Банди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеввай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхопадеша Гаурия Патрасья Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Йукта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дхайям Сада Парибхавагнам Абиштадухам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарна Равиндам Ятпада Паллаванахачандамани Чатая Биспуриджита Кимапигапабадушва Дарши Пурнану Рагура Сасагура Сарамурти Сарадхикамай Кадакивам Кроши Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прахунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджану ламбита бхужау канука бодату Шанкиртанай капитару камала йатакшу Вишамбару дижабару джугатарма пало Банде ягат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавануруппена Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджушо бадане Лакшмир ясача бхакшаси Ясьястхидай самбид Твам нишингам ахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Джанаша Кришна Дубимукоша Дайвад
adharmasilasya sudukhitasya anugrahaye ho charantinunam bhutani bhavyani janardanasya Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahansa Jagadguru told those who are actually following Bhaktivinoda Dhara, it is not possible that they can become Bhakti-Siddhanta-Sarasvati-Goswami. Paramahansa Jagadguru told those who are really following Bhakti-Vinoda-Dhara, невозможно, мы не можем надеяться, что они станут сахаджими. На самом деле Бхактивинода-дхара и Рупануга-дхара это то же самое. Они не отличны друг от друга. Шрила Прабхупада many times used to say, Шрила Прабхупад много раз говорил, когда we find wrong Siddhanta Vichar, when we can find somebody going to insult pure Guru Vishnu, мы находим неправильную Сиддханту, когда кто-то оскорбляет Гуру Вайшнавов, отклоняется от пути чистой Гуру Парампары, то наша обязанность помочь и препятствовать этому. Мы должны протестовать против этого, если мы не будем возмущаться этому, что кто-то не следует должным образом или отклоняется с пути Бхактивинода Тхакура, то мы должны возмущаться. И если кто-то оскорбляет нашу Гуру-варгу, то наша обязанность дать должный ответ им. И это зовется бхакти. Если я не отвечу им, то я потеряю свою бхакти. Почему так? Суть в том, то, что это зависит от нашей связи с Гуру Вайшнавами. Если мы не можем почувствовать, что у нас есть вечная связь, божественная связь с Гуру Вайшнавами, то в этом случае нет никакого вопроса того, что вы будете возмущаться тому, что кто-то оскорбляет их. Такие люди обычно говорят, что они сами великие вайшнавы, поэтому зачем кого-то защищать. Если я буду защищать кого-то, то подумаю, что я критикую кого-то, поэтому лучше промолчу. И вот. Хотя можно видеть, какие-то люди оскорбляют нашу Гуру-варгу, но какие-то люди, считающие себя какими-то знаменитыми вайшнавами, никак не возмущаются этому, никак не противодействуют, чтобы никто не подумал, что они кого-то критикуют. Но это не Сиддханта Шрилы Бхактивинода Тхакура и не Сиддханта Шрилы Прабхупады, и это не Сиддханта Шрилы Кешава Госвами Махараджа, и это не учение Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, и не Сиддханта Шрилы Пури Госвами Махараджа, или Шрила Бхарати Госвами Махараджи, Бхактивиданта Бхарати Госвами Махараджи. И, конечно, некоторые хотят представить их учение, их ачаран по-другому. Я знаю почему, но Шрила Прабхупада много раз говорил, что у вас нет права занимать какого-то вайшнава в служении другому вайшнаву. Кто дал вам это право? Мало кто знает об этом, мало кто интересуется этими сокровенными вещами. Многие хотят избегать этого, поскольку если они узнают и будут применять в своей жизни всю Сиддханту Шрилы Прабхупады, то они смогут находиться на этом вайшнавском пути однажды.
There was one logo. Один был для Гауди миссии нарисовали какой-то логотип. Шрила Прабхупад хотел сделать одним образом, а этот рисовальщик еще кто-то там поменяли. And some picture Prabhupada watch, some other picture. There one parshat of Bhagavan going to serve another parshat. И вот там на этом логотипе было изображено, что один спутник Гуранги, Верховного Господа, служит другому спутнику. Но Шрила Прабхупада сказал, что это неправильно, это оскорбительно. Занимать одного вайшнава в служении другому вайшнаву. Если Гурудев так говорит, то это, мы можем делать это. Но другие так не должны делать. И тем более занимать каких-то возвышенных вайшнавов в служении кому-то, это нехорошо. И как мы можем почувствовать, что есть плохое, что нет? И в зависимости от нашей связи с Гуру Вайшнавами, мы будем чувствовать, что они хотят, и будем чувствовать боль, если их кто-то оскорбляет. А если у нас нет никакой связи, то, соответственно, никакого чувства не возникнет у нас. И какие-то люди, которые хотят прославиться, как знаменитые ачарьи, они не имеют такого чувства. Они не видят разницы между критикой и объективным взглядом, беспристрастным. Что такое критика и протест против чего-то неправильного, они не видят различия между этим. И поэтому Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж очень часто вдохновлял меня. Говорил, что все, что я делаю, очень правильно, и никто не сможет помешать тебе, публикуй свои книги смело. Я сидя на Вьясасане, вспоминаю, как Бхарати Махарадж много раз говорил, что это обязанность, знаю, великого ачарьи. И я не знаю, почему Бхагаван дал тебе это служение. И к этому я вернусь попозже. И вот суть в том, что Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж, он говорил, что критика и протест — это разные вещи. Критика значит, что какая-то ошибка, недостаток его нет, а мы из-за зависти пытаемся что-то сказать, это зовется критика. То, что нехорошо, то есть если кто-то что-то делает неправильно, мы должны это пытаться исправить, выставлять на показ. Шрила Прабхупад много раз говорил, все скверные действия, неправильные сиддханта, так называемых вайшнавов, должны быть выставлены, обличены, выставлены на показ. И мы должны привести также пример, какого правильного сиддханта, каково правильное поведение. Если мы будем изучать Гаудию, Гарваниста, Саджана Тошани, то там можно найти много протестных статей. На основе Гауди миссии, Гауди Матха, какие-то посторонние люди пишут. Какие-то люди, если что-то плохо как-то высказывались о Гауди миссии, Шрила Прабхупада, Шрила Кеша Махарадж и прочие великие личности, они это опровергали, чтобы утвердить
Сиддханта Вичара Гауранги Махапрабху. Шрила Прабхупад очень часто говорил, если у вас есть полное самопредание лотосным стопам Бхагавана, то в этом случае, только в этом случае возможно для вас говорить об абсолютной истине перед всеми людьми абсолютным образом, иначе вы будете пытаться что-то спрятать, пытаться получить какие-то корыстные цели. Я не с тем, никогда не стремился ни к каким словам, ни к каким почестям, ни к какой славе. Я не ожидаю никаких гирлянд от вас. Моя единственная надежда — это то, что вы будете следовать нашей Гурварге Шриле Прабхупаде Бхактивинода Такура. Это моя единственная просьба. И вот Шрила Бхактивинода Бхарати Госвами Махарадж, он говорил, что если кто-то говорит неправильно, это какую-то ложь, как против Бхактишила Бхактидайта Мадхава Госвами Махараджа, один из его так называемых братьев Боги, он написал какую-то ересь, начал раздавать эти листовки, что Махшила Мадхава Госвами Махарадж не имеет связи с Чайтанья Мадхами и прочее, прочее. Кто-то говорит, что и вот этот Шрила Мадхава Госвами Махарадж, который получил милость Шрилы Прабхупады и Гауранги Махапрабху, получил почтение и почет от Шрилы Бхактисиддханта Госвами Махараджа. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж был единственный, кто служил всем своим братьям в Боге, даже вот тому оскорбителю, который распространил эти листовки. Он служил всем своим братьям Боге, и они, принимая служение от него, некоторые последствия оскорбляли его, и в этом влияние Майя. Это... Если мы попали под влияние Майя, то можем так сказать, то, что Майя будет вдохновлять нас делать что-то неправильным образом. И в этом проблема. И вот критика очень опасна. Но протест, он не столь опасен. Он совсем не опасен, если какие-то вайшнавы протестуют против неправильной сиддханты, неправильного поведения, то они не делают это из зависти или еще из каких-то плохих качеств. И это не критика. Это бхакти. Но одно очень важно, если какая-то обусловленная душа под в одежде вайшнава и вот кто-то, будучи в обусловленном состоянии, это обычно очень хорошо видно, может, конечно, не всем, но видно, кто обусловленный душ, сразу видно по их поведению, по их сиддханте, по их характеру. Хотя, может, такой человек может быть известен как какой-то знаменитый ачарья, но если такой человек выступает против Сиддхартха Госвами Махараджа, Мадхава Госвами Махараджа, то это будет причиной его падения, и это зависит от стандарта, на каком уровне мы находимся.
только-только те чистые Гуру Вайшнавы, у них есть право протестовать против каких-то неправильных веществ. И нужно разбираться в Сиддханте. Иногда, не то, что иногда, достаточно часто можно видеть, что какие-то люди пишут неправильную сиддханту, поскольку они по-настоящему не находятся в наставнической преемственности. А если мы находимся в этой наставнической преемственности, то если мы следуем ей, то нет вероятности, что мы будем делать что-то неправильное. И вот очень важно то, что чистые гуру Вайшнавы, они всегда защищают нас от различных опасностей. Нет никаких других путей, поскольку мы не можем обрести связь с Верховным Господом в этом состоянии. Только чистые гуру Вайшнавы от нашего имени могут молиться Бхагавану, и тогда Бхагаван посмотрит на наш случай в этом Сиддханте. Вчера я говорил, то, что гнев и мана — это разные вещи. Я об этом чуть попозже расскажу. Вот Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж был единственный, кто после ухода нашей Гуру Варги был по-настоящему беспристрастен. Я Гурвар и никогда не видел в нем желания прославиться. Если вы будете обвинять его в этом, то я могу сказать, что он мог запросто организовать, построить множество матхов, набрать множество учеников, но никогда не стремился к этому. Последние годы его жизни что-то случилось, не хочу говорить об этом, но он вынужден был принимать учеников. И вот сейчас мы приходим к тому, как Шрила Бхакти Прамод Пурида Госвами Махарадж, как Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, как Шрила Кешава Госвами Махарадж и Бхактира, как Шрила Дев Госвами Махарадж, они были очень горды, что у нас... Они были очень горды, что у нас есть такой великий преданный, как Шрила Бхакти. Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, я тоже был очень рад и гордился им. Я никогда не говорил, что он мой брат Боги. Я такого за свою жизнь никогда не говорил. Я думал, что он гуру. Когда я был в молодом возрасте, когда я пришел в Гаудимат, я был очень удачлив. У меня была возможность служить, общаться с такими великими вайшнавами, как Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Веданта Вамана Госвами Махарадж. В этом мое сокровище, в этом моя великая удача. И на основе чего я могу сидеть на Вьясасане и говорить об их учении, иначе кто бы дал мне это право, кто бы вдохновил меня, это Шрила Гуру Махарадж, Шрила Шанта Госвами Махарадж, они дали мне такое указание, моя харикатха или то, что я пишу, это все. Это лучшее служение Гуру Варге, я не делаю что-то от себя. То, что я говорю, то, что я пишу, это моя Гуру Сева. Я исполняю их указания. И вот Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, он говорил перед
на многих собраниях, и вот этот Махапуруш перед публикой, меня не было на том собрании. И вот на месте явления в Пури Шрилы Прабхупады, в тот год я не был там, хотя пытаюсь участвовать во всех праздниках, и вот Бхарати Махарадж ушел. После того, как он ушел, я не чувствую вдохновения ездить туда, иначе я поклонялся Шриле Прабхупаде в день явления, на месте его явления совершал Абхишеку. Это было мое служение. Поскольку Гуру Махарадж делал это, мне тоже позволили это делать там, и вот на открытом собрании. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он сказал, то, что Наротама Брахмачари, он идеальный брахмачари. И вот Наротама Брахмачари, он идеальный брахмачари. И мы все можем следовать идеализму Шрилы Бхактивиджана Бхарати Госвами Махараджа. Никто, даже из зависти, у них нет, не было надежды найти какие-то недостатки в Шриле Бхарати Госвами Махараджа. И вот все матаджи, они чувствовали себя очень смиренно перед ним, как перед Шрилой Бхакти Дайте Мадхава Госвами Махараджа. Хотя некоторые, они получили дикшу от Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, но после того, как он ушел, большинство людей приходили к Шимхиде, к моему Гурудеву. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он, я не могу объяснить. Он говорил моему старшему брату Шри Пури Госвами Махараджу, что он может, он всегда поручал ему говорить харикатху перед публикой, и он сам сидел и слушал. Как мы можем ожидать, что сейчас такое происходило бы? И вот на открытом собрании Шрила Мадхава Госвами Махарадж провозгласил, что Шрила Бхактивиджан Бхарати Махарадж. Сначала я хочу вот последовательность не могу, к сожалению, поддерживать. И вот Махарадж сказал, что Нарутам Брахмачари, идеальный брахмачари. Я имею в виду, что он дал нам совет, наставление, что мы должны следовать ему. Даже мой Гуру Махарадж говорил, когда я уйду из этого материального мира, если какие-то вопросы по Сиддханте, то нужно спрашивать у Шрилы Бхарати Махараджа. Я ходил к нему, советовался, но он никогда не корректировал то, что я писал, он все одобрял. И Шрила Мадхава Госвами Махарадж дал ему такой титул, что он служит без устали. Он всегда готов выполнять любое служение без всякого отдыха. Он наштик брахмачари. Он брахмачари с самого рождения. Если я скажу, что с рождения он был вайшнавом, то это будет правильно. Он с рождения вайшнав, он с рождения был идеальным брахмачари. И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж провозгласил то, что Шрила Наротама Брахмачари, он без, он подлинный гуру севак, тот, кто служит без устали, и он всегда очень бдителен. Что это значит? Что Шрила Мадхава Госвами Махарадж хотел сказать?
И вот Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, что он очень убедителен о том, как совершать Гуру-сева. Мы пришли к той Сиддханте. В киртанах мы находим такие слова. И вот в киртанах говорится, что служение Гуру Вайшнава мы должны совершать с великим вниманием и не отвлекаться ни на что. Иначе мы не сможем совершать Гуру Вайшнава Сева. И я вернусь к этой Сиддханте. И вот я пообещал вчера, что я буду говорить о том, что зовется гнев и мана. И это мы должны понять сначала. Мана внешняя. Можно найти, что это гнев, но это не так. Когда кто-то гневается на вас, хочет отомстить вам, как несколько дней назад я говорил, вот этот человек поддался на влияние, под влияние каких-то хулиганов, пытался отомстить мне. Да, до этого просил получить дикшу, но я сказал подождать какое-то время, когда ему надоело ждать, начал возмущаться, пытаться как-то отомстить. И вот когда он увидел, что я не готов делать то, что он хочет, он начал возмущаться и пытаться отомстить. И вот, к сожалению, бхакти многих такое. И под влиянием Кали многое может случиться, поскольку Кали не мешает нам совершать баджан. Тилоконатанатпадпанкаджам прайнамарта бхагавантам ачютам якшанти пашанна вивинна четаса. Here, understand. Kali cannot allow you. Nobody like to follow. И вот никто не хочет следовать подлинному пути Бхактивинодара. Если мы не верим, то можно поискать, что происходит во всем мире, и показать хотя бы одного, не знаю кого, но хотя бы одного, кто находится в полном соответствии с учением Шрилы Прабхупады Бхактивинода Такура, как Садхананда Прабху. Если вы прочтете хотя бы одну строку из трудов Садхананды Прабху, то вы поймете, что он чистый вайшнав, и его сиддханта в полном соответствии с сиддхантой Шрилы Прабхупады. Чистый вайшнав — это чистый вайшнав, они очень могущественны, поскольку все братишество, которое вы хотите дать, им они не принимают. И вот чистый вайшнав, они очень могущественны. Почему? Потому что они не стремятся ни к какой славе, ни к какому почету от вас. Они не принимают это, и поэтому они могущественны. И если какой-то вайшнав примет, будет стремиться и примет какое-то пратишту от вас, то он не сможет говорить Харикатху, он потеряет такую способность. Тилоконатанатпадпанкаджам прайнамарта бхагавантам ачютам якшанти пашанна вивинна четаса. It is clearly written in Bhagavatam. И вот в Бхагаватам говорится, что мы не можем найти людей, заинтересованных в том, чтобы поклоняться той божественной личности, абсолюту, Верховному Господу.
но такие люди, мало таких людей, в основном они заинтересованы, чтобы служить Кали, Дурге, Ганешу, Сурье или Шиве. Поскольку у людей есть такое настроение торговца, они думают, какое благо они получат от поклонения тому или иному полубогу. Но такого настроения мы никогда не видели в этом великом вайшнаве. Он никогда не стремился к пратиште. И вот Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами как раз провозглашал. Он был идеальным брахмачари. И он был севаком, который служит без устали. И вот когда Шрила Прабхупада дал титул Бхакти Дайта Мадхава Госвами как раз, у него титул был, что он подобен вулканической энергии. Он был неутомимый севак. И вот Шрила Мадхава Госвами как раз так же отдал титул Бхарати Махараджа, что он неутомимый севак. И он всегда очень бдителен, в том смысле, что он может понять, что правильное, что неправильное, как совершать гуру севу, вайшнава севу. Он был единственный во всем Гауди вайшнавском обществе. Сейчас, после нашей Гурварги, только его я нахожу, что Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Валлабха Тирта Госвами Махарадж, особо. Вот то Шрила Бхакти Махарадж, он имел возможность служить многим вайшнавам, это чудесно. И я тоже был очень удачлив, когда я пришел, я имел возможность служить многим возвышенным вайшнавам. Бхакти Вардхан Сагар Махараджа, Бхакти Нилагири Махараджа, Наянанди Бабе, Шанти Госвами Махараджа. Я был очень удачлив. И в этом мое сокровище, и после, потом они все оставили этот мир. Я не знаю, почему, но они любили меня. Когда на дни их явления ухода я более подробно расскажу об этом, что они чувствовали. Я вот служил как мог, но случай Бхарати Махараджа, он другой, я не могу его сравнивать с собой. Он служил практически всем чистым гуру вайшнавам, всей нашей гурварге, и поэтому он был очень могущественным вайшнавам. И вот я... И сейчас я вернусь к той Сиддханте, которую вчера обсуждали, что такое гнев и что такое мана. Если есть гнев, то вопрос зависти возникает. Но в случае с мана, мана очень нечто сладкое, и в этом случае у нас нет надежды оставить служение, поскольку наше сердце не позволит сделать это. Я могу дать пример, как Джагадананда Пандит. Он хотел сделать многое, разное служение для Гуранги Махапрабху, но Махапрабху не мог принять этого. Он говорил, как я могу принять твои подушки, твои матрасы, как я могу принять это. Я саньяси. Я же не для этого принимал саньяса.
many people. They're getting seva. Many, many, not everybody. I know. Direct, you know, evidence. So this way, actually. И вот таким образом Джагаданада пандит хотел служить Махапрабху, это называется прити сева, он хотел служить всем сердцем, но Махапрабху находился в таком положении, он был саньяси, он олицетворял собой идеал бхакти, идеал саньяси, идеал отвеченного человека, и поэтому он не мог принять этого, и Джагадананда, он огневался. Но это гнев, он мана называется, необычный гнев. И как можно определить это? И вот когда Джагадананда принес бутылку масла, какое-то с благовониями, и какое-то ароматическое масло, и вот он хотел, чтобы Махапрабху пользовался этим маслом, чтобы он охладился. И но смотрите, спутники Бхагавана, они не думают, что он Верховный Господь, как Джагадананда, он как бы знал, но чувство, оно не могло находиться внутри его сердца. Как гопи, например, они знают, что говорят, что вот внешне, например, они говорят, что они не образованы, но так ли это? Кришна, он учится у Радхарани. Радхарани – это изначальная Сарасвати. Из которой все знание пришло. Но Радхарани, она говорит, может, мы не образованно живем с коровами в одном месте. И также эти гопи, они знают всю Сиддханту, но она не может находиться в их сердце, поскольку любовь, она преобладает внутри Вриндавана, я уже говорил. Ашварья Вичара не может находиться там, поскольку он затмевается Мадхурией. И там Мадхурия постоянно затмевает эту Ашварью. И вот каждый уголок Вриндавана там столько айшварья, что даже на Вайкунтхе мы не можем найти столько, но Мадхури там еще больше, это айшварья бхава, она покрывается Мадхурией, поскольку Вриндаван — это место Мадхури расы, поэтому айшварья бхава, она не может там находиться, поэтому гопи, они как бы знают. И вот в этой шлоке они говорят, что мы знаем, что ты не сын гопи, что ты как сверхдуша пребываешь в сердце каждого, но это идет из ума, а не из сердца. Они как бы знают это, но чувство любви, оно все затмевает. Jatte sujato charanambu amsaneshu bhitasaniridadimahi karkaseshu tenatabim atasi tadbeta tenakingsit kurupadi virbhamat dhirbhavadayu samana. You understand? If I go to explain, it will take big time, week after week. Gopika speaking. И вот гопи говорят, что идешь по лесу во Вриндаване, там множество острых камней. А мы даже не можем принять твои лотосные стопы.
себе на грудь, поскольку мы думаем, что наша грудь очень жесткая, и она повредит твои стопы. Смотрите, какое чувство гопи, насколько великолепно, насколько они любят Кришну. Что? Можем ли мы достичь этого уровня в этой жизни? Мы должны видеть, куда нам нужно идти, чего мы должны достичь. И поэтому много раз я говорил, не пытайтесь следовать падшим душам, как вашему идеалу, и тогда ваш стандарт опустится. Может, какая-то падшая душа занимает пост ачарьи, но не нужно таким следовать, иначе вы потеряете все. Лучше следовать идеализму Шрилы Прабхупады. Это может быть слишком сложно, слишком строго, но все же какой-то прогресс мы сможем совершить на нашем пути. И по милости Гуру Вайшнавов можем достичь успеха в этой жизни или в следующей. Кто скажет? Даже слон может достичь успеха. Или какая-то собака, по милости Гуранги Махапрабху, какой-то тигр. По милости идет после этой харикатхи, еще будет на хинди харикатхай. Вот. Чтобы поддерживать Гуру Парампара, и вот Гуру Парампара Махарадж на шлоку 3 недели обсуждает на хинди. И вот Расикананда Прабху, он изменил сердце сумасшедшего слона. Харидас Такур смог изменить сердце проститутки. Можете ли вы это сделать, или какой-то обычный ачарья? Может ли он сделать что-то подобное? Они даже свое сердце не могут изменить, что говорите других. И глупо получать дикшу от таких. И сиддханта Шрилы Прабхупады в том, чтобы мы не были сумасшедшими. Шрила Бхактина Такур говорит, что не спешите получать дикшу, у кого попало. Если кто-то выбирает гуру в соответствии с количеством его последователей, но это совсем не критерий истины. И вот некоторые, получая дикшу недостойных людей, только с разными проблемами сталкиваются. Множество людей приходят и спрашивают, почему какого-то недостойного человека назначили ачари. If there is no any, you know, fit personality, okay, we can follow the idealism of Prabhupada, we can go on speaking Harikatha. Not that there is no any fit person. Если нет никакого достойного человека на пост ачарьи, то можно следовать идеализму Шрилы Прабхупады, а не выбирать, кого попало. Пока Бхагаван не пошлет достойного преданного, которого можно, который будет ачарьей, подлинным ачарьей, который назначен Бхагаваном, то можно следовать идеализму Шрилы Прабхупады и находиться какое-то время без ачарьи. Это идеализм Шрилы Прабхупады, Шрилы Кеши Госвами Махараджа. И вот кто-то спрашивает, что же делать в этом случае. Но Махарадж о том, что если нет, совершенно нет достойных кандидатов на пост ачарьи, лучше, чтобы такого ачарьи вообще не было. And you, where they can get? Huh?
какие-то люди, контраргумент приходит, приводит, что какие-то новые люди приходят, а дикшу не у кого получать, поэтому получает, у кого попало, раз говорит, лучше быть без дикши, чем у кого попало ее получать. Если пока нет ачарьи, мы можем проповедовать о славе Шрилы Прабхупады, о его учении. И таким образом, вот Джагатананда, он гневался на Махапрабху, но его гнев, он не был гневом, это называется мана. Мана — это такое некое сладкое чувство, когда кто-то такое чувство, такое-то чувство мана, то его служение не прекращается. Разница между гневом и маной. Гнев, значит, кто-то гневается, отказывается от Гурудева, от Вайшнава, пытается отомстить или соревноваться с Гурудевом, или какое-то противостояние объявляет. Это последствия гнева, а последствия мана совсем не такие. И вот суть в том, что гнев, он, несомненно, прекратит наше служение. Когда мы гневаемся, то вся сева прекращается, но если мана есть, почему мана? Это чувство того, что почему мы не получаем севу. Мана, значит, это чувство, почему мы не можем служить больше, почему вы не принимаете наше служение. И вот Джагадананда хотел служить Махапрабху, и вот он какое-то эрудическое масло прекрасное принес. Хотел, чтобы Махапрабху использовать его, но в процессе он забыл, что Махапрабху, он Бхагаван. И саньяси, и это масло ему не нужно, он не может его использовать. И вот как Джагадананда под воздействием своей любви, он совершенно забыл об этом, как Яшода служит Кришне. Даже увидев множество лил Кришны, он... И вот все равно она служит ему как мать и забывает, что он Верховный Господь. Это действие чистой любви. И вот также Джагадананда, хотя знал о том, что Махапрабху Верховный Господь, но все же забывал это и делал другие вещи, которые он не мог, не, Махапрабху не мог принять. И вот сестра Рагава Дамаянти, Сарваджая Деви, и она жена Чандрашекара, тетя по материнской линии Махапрабху, а вот это Дамаянти, сестра Рагава из Панихати. И вот Дамаянти служила Махапрабху не прямо, а косвенно. Весь год что-то делала. Вот она готовила что-то для Махапрабху. И каждый год, когда все преданные из Бенгала, они шли к Гуранге Махапрабху, это звалось Рагаваджали, они несли с собой эти горшки. Дамаянти готовила какие-то вещи. Sauce, custard, so
в общем, какие-то эти приготовления в сухом виде, в основном долго хранящиеся. И вот преданные, они проходили, когда мимо, они брали это все и несли Махапрабху. И вот видел, я был там, видел там, в течение года все это готовят, и потом преданные относят это Махапрабху, хотя она знала, что он Верховный Господь, но все же думала, что может у нее несварение какое-то, нужно сделать средство для пищеварения, средство еще для чего-то. Она засаливала имбирь, тоже что с имбирем делала, сухое манго тоже, тоже что-то из манго делала, из лимонов, какие-то эти приготовления. After 6 months, it's become a very nice custard. This way, make so many preparation, full room. If there is no love, who can teach you how to serve Bhagavan, Guru, Vishnu? Если у нас нет любви, то кто научит нас служить Гуру, Вишнаву, Бхагавану? Это автоматически произойдет. Если есть любовь, то служение оно автоматически произойдет. И вот Джагатананда. Он хотел это масло использовать для Махапрабху, но Махапрабху не был готов и сказал: лучше, если ты предложишь это, отнесешь это масло в Джагнатх Мандир, они будут использовать его для светильников. И Джагадананда разгневался. И Махапрабху однажды сказал: о, Джагадананда, ты это масло принес из Бенгала. Кто сказал? Из какого Бенгала, какого масла не было. И вот он взял эту бутылку с маслом и разбил на балконе. Все там, все веранда была в масле. И вот он зашел в комнату, закрылся. 3 дня не выходил, это не гнев. Поскольку из-за огромной любви, огромной заботы, он не мог потерпеть, что Махапрабху не будет, откажется от его служения. И через несколько дней Махапрабху почувствовал, что нужно что-то делать. И вот Махапрабху постучал и сказал: Джагадананда, пожалуйста, открой дверь. О, Джагадананда. И Махапрабху, он знал, что делать, сказал, что я пошел на океан принимать омовение, я очень голоден и хочу принять прасад в твоих рук. Как только Махапрабху ушел, Джагнанда сразу вышел, начал всех звать и говорить: давайте что-то приготовим для Махапрабху быстро. И вот они так собрались и начали готовить. И Махапрабху, когда вернулся, И вот Махапрабху сказал, что никогда не ел такого вкусного прасада, может он вкусный из-за твоего гнева. И вот так Махапрабху шутил с Джагатанандой. И когда Радхарани и Лалита, они гневаются, это не настоящий гнев. Радхарани, она чувствует разочарование, поскольку Кришна он не принял служение от нее, а пошел куда-то. И она беспокоится, что мой Прананатх Кришна, даже Чандравали вынуждена была сказать, когда какие-то сакхи. В группе Чандравали тоже есть какая-то падда. Они постоянно думают, как Кришну похитить в Радхаране. И вот
И вот иногда они похищают Кришну все же. И в этом это прекрасная лила, я не могу не говорить в такой ситуации. Мы должны возвыситься, и тогда все узнаем. И вот однажды Тасайва и Падья, они сказали Чандравали. И вот суть, они пришли, Радес, и сказали, что Радхарани умирает, твоя соперница, как, да. Из-за разлуки с Кришной она почти умирает, вот лежит без чувств. Они очень рады были, что наконец-то она умрет, и Кришна нас будет, и Чандравали сказали, чего вы радуетесь, чего же хорошего здесь. Чандравали отругала их. Вы не знаете, мы только благодаря Радхарани у нас есть возможность служить Кришне. Если она умрет, то что будет? Она очень разгневалась. Разве это хорошо? Если Радхарани умрет, то мы потеряем Кришну также. Глупцы. И вот такое у нее прекрасное настроение. И вот служение Рагануга преданного или Рупануга преданного — это не вопрос проповеди. Тем более открытые проповеди. И по вдохновению силы Бхактивиген Бхарати Махараджа. Я был вынужден ответить каким-то сахаджиям. Они написали статью о Баладеврасе в 2003 году. Я написал ответ спустя какое-то время по вдохновению Махараджа. Я дал должный ответ. Я вскоре опубликую вот то, что они написали, то, что я написал в соответствии с Сиддхантой Шрила Прабхупады. И вот вскоре Махарадж все опубликует и посмотрит, что они смогут сделать. In separation, when Balaji Maharaj came, Balaji Maharaj was bound to dance with, you know, doing И вот они, эти люди писали, что когда Баладев пришел, он танцевал с Гопи Кришной. Но такое неслыханное, такого никогда не было. И по вдохновению Бхарати Махараджи написал протестную статью и опровержение всей этой ереси. Хотя это было связано с риском для жизни, поскольку эти люди, тот Ачарья пытался убить своего собственного ученика. Что говорить обо мне? Он меня мог убить. Ну, поскольку тот ученик слишком много знал, тот хотел, Ачарья хотел избавиться от него, не хочу его называть. И поэтому меня тоже могли убить за поражение их ереси, но Бхарати Махарадж благословил меня, что никто не сможет ничего сделать. И в этом обязанность Ачарьи, чтобы протестовать против неправильной сиддханты. Если они не могут это сделать, то это оскорбительно. И таким образом Шрила Бхактивиген Бхарати Махарадж, я не могу ожидать, что он писал какую-то неправильную сиддханту или говорил. Он не мог такого делать, и так или иначе. Он был лучший из севаков Шрилы Бхактивиданты Мадхава Госвами Махараджа. All, you know, parikrama,
все Ваджа Мандал Парикрама, Гура Мандал Парикрама. Он все организовал, он помогал во всем. Бхарати Махарадж. Терпение, оно самое важное на пути баджаны, поэтому он организовал все парикрама. Гура Мандал Парикрама, Враджа Мандал Парикрама. Он все поддерживал должным образом, не только это его. Он визуально даже был очень похож на Шрилу Мадхава Госвами Махараджа. И какие-то преданные говорили, то, что он сын Мадхава Госвами Махараджа. Был настолько прекрасен. Он также занимался готовкой на каких-то, ну, на каких-то больших праздниках. Он помогал вот в приготовлении подношения для Господа, когда готовили несколько тысяч человек ради удовлетворения Гуру Вайшнавов. Он готовил вот во время Кумбхамела в Аллахабаде и прочих местах. Мы как бы не можем посещать Кумбхамела, но то, что толк вот этого? Как я могу привести пример, если поедете на Кумбхамелу, там разные люди, всякие майвади, нагасаньяси. Что толку туда ездить? Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж и Сиддханта Шрилы Прабхупады было в том, чтобы он отправил каких-то представителей. Они организовали какую-то выставку Харикатху там, чтобы те, кто приезжают принимать омовение на слияние этих трех священных рек, чтобы они хоть что-то узнали о Гуранге Махапрабху. И вот Мадхава Госвами Махарадж в соответствии с желанием Шрилы Прабхупады, он тоже организовал там какую-то проповедническую палатку, и там Шрила Бхарати Махарадж, он был главным севаком, вот он этим занимался по указанию Гурудева. И вот однажды во время, в то время, как бы Кумбхамела уже происходила, и вдруг внезапно они узнали, что Шрила Джаджавар Госвами Махарадж приезжает, чтобы посидеть Кумбхамелу. И вот эти все брахмачари, саньяси были очень разгневались, что сейчас наедут тут. Надо хоть бы пораньше приехали, куда их селить теперь, и вот так возмущались. Бхарати Махарадж услышал это, что так возмущается вот Джаджавар Госвами Махараджа. И Махарадж подошел к этим брахмачари и сказали, что вы возмущаете, как такое поздно приезжает, мог бы раньше приехать, куда их селить. И Бхарати Махарадж сказал, что не беспокойтесь, я ему свое место дам, хватит возмущаться. И вот Махарадж спал где-то на улице, свое место отдал Джаджавар Госвами Махараджу, и таким образом мы увидели на примере Шрилы Бхарати Махараджа, как нужно служить вайшнавам. Шрила Махарадж, он служил Шри Бхактидайте Мадхава Госвами Махараджа наилучшим образом, и он делал все, что мог. Он проектировал все мадхи, построил в частности мадхи в Калькутте, во многих других местах. All important places.
impossible. So they are actually Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami used to be. И вот Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Narottama Brahmachari, I mean Bhaktivedanta Bharati Maharaj. Нарутами Брамачари отдал эту ответственность насчет строительства матхов, и он построил практически все матхи в Шичитане Годи Матхи. Причем часто было сложно площадь, достаточно маленькая была, нужно было больше храм построить. Он делал все, чтобы все было идеально. Но Бхарати Махарадж проектировал все прекрасным образом, чтобы даже на маленьких площадях все умещалось. Latin bathroom, what to make? What I can say, really, Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami. И вот Srila Bhakti. Да, это Госвами Махарадж, Srila Bhaktivedanta Bharati Госвами Махарадж, ученик и подлинный гуру, подлинный ученик, они не отличны друг от друга. И вот Srila Bhakti Махарадж был гением, его называли энциклопедией Гаудия, истории Гаудии. И в то время не было ограничений, потом. Но потом какие-то люди появились к Махараджу, перестали желающих пускать постоянно их откладывали, заставляли ждать, отказывали и прочее. Раньше можно было просто пойти к Махараджу и спросить, что надо. И вот я опубликовал множество статей моего Гуру Махараджа, и я думал, какой последовательность это все опубликовать. И вот пошел к Бхарати Махараджу, спросил у него, как все вот, в какой последовательности все это категоризовать и опубликовать в соответствии со значением, тематикой и всем остальным. Вот я отдал это Бхарати Махараджу. Бхарати Махараджу весь день сидел их категоризовал. По главным этим темам, по самбанхи, абхиде и прайоджане. Я изучил очень много от него. Если я не признаю этого, то Бхагаван не простит меня, когда я был с ним. Махарадж, он подобен энциклопедии, я слушал все, что он говорит, все, что происходило. Он прекрасно помнил даты, что, где, когда случалось. Даже помнил, когда ему кто-то приходил. Он мог через лет 20-30 вспомнить, когда это было, какой человек приходил, как его звали, с кем он приходил, в какой год, в какой месяц, в какой день, в какое время. И в этом красота Брахмачари, такая великолепнейшая память. И таким образом я говорю, могу говорить о Махарадже много, но времени мало. И мне неудобно. Я хотел сказать больше, но не успеваю. Я хочу говорить о Гуру Вайшнавах больше и больше. I get only 40 minutes time, I change clothes, everything, and sit for Harikatha there also. No time, long distance already. Anyway, so it is the arrangement of Bhagavan Sri Krishna. И вот
по воле Бхагавана Шри Кришны, Верховного Господа, мы очень удачливы. То, что Бхагаван, Он отправил прекрасных преданных к нам, чтобы защитить нас, и мы очень удачливы. И я удивляюсь, что какие-то преданные наши Гурага, в общем, если кто-то писал какую-то неправильную сиддханту, Бхартия Махарадж никогда не одобрял этого. Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он говорил, что Шрила Бхартия Махарадж лучший из его последователей, и кто-то хотел спросить, какие-то преданные. И вот кто-то спросил, что кто-то сказал, что мы не должны участвовать в обратной Радха-ятре. И Бхартия Махарадж был очень возмущен, кто сказал, что обратная Радха-ятра запрещена, Махапрабху участвовал в ней. И как мы можем ожидать, что Бхартия Махарадж написал какое-то прославление о том, кто говорил такую ересь? Если я бы стремился к какому-то хорошему поведению, всем угодить, то у меня не было бы шанса совершать баджан. Там, где совершал баджан, то было очень жарко. Вот Махарадж, у него ашрам небольшой, тут был без электричества даже. Он там несколько лет находился, писал книги. Хотя он привык к электричеству, но какое-то время жил такого без электричества и в таких аскетичных условиях смог написать множество книг. И вот никто не может остановить вас от совершения гуру-сева, если вы искренне преданы гуру-деву. Джанаша Кришна Дебимукаша Дайвад Адхарма Силаша Судукхиташа Anugrahaye ho charanti nunam bhutani bhavyani janardanasya vanchakalpa durvasya ke pasana patitanam pavane bhavishnam.